Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Собираюсь я за продуктами, но жду, может быть, придет мой заказ на Валберис. Вот все никак не могу дождаться. Вроде бы, как бы мне Аришка сегодня сказала, говорит, что сегодня ты получишь обязательно. Вот со Смоленска буквально через 2-3 часа это все придет. Ну и я решила ожидать и сначала съездить за заказом, а потом уже зайти уже заодно в магазин. Ну вот как-то так вот мысли у меня забегали. Ну что это такое? Что такое? Волосина мне на губу прилипла. Вот. Я уже вот оделась и уже как бы, знаете, так вот приготовилась бежать, но пока еще вот заглядывала на Валберис, и пока еще ничего нет. И я в раздумье то ли идти, то ли ожидать. Ну и решила за это время с вами поговорить. Всем огромное спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Да, девочки, появляется у меня все больше и больше товарищей, которые любят обговорить, обсудить все, указать, как и что мне нужно делать. И я немножко, конечно, переживаю. И переживаю тогда, когда знаю, что вот пишут всякую такую вот ерунду, которую не видели и не могут знать. И вчера я как-то вот, знаете, я сначала вам сказала, что, вероятно, это те люди, которые меня знают, вот потому что там написала про Витебск, про речку. Ну, что, опять мешает что-то. Ну, сначала я подумала, кто-то может из моих знакомых так, но утром я проснулась, и у меня опять появились вот эти закрутились мысли, и я думаю, интересно, в моей комнате мог быть только тот человек, который видел мое видео, в котором я показывала свой дом. Мои друзья, мои знакомые в моей комнате не бывают. В ней могли быть Таня, Люда, Алла. Ну и бывший муж, естественно. Когда я болела, мои девчонки приходили, я лежала, они приходили ко мне в эту комнату. Также я никого в дом не вожу. Не потому, что я не хочу. Просто нам удобно встречаться на кухне. Когда у меня была кухня, ну, такая, как деревенская, скажем так, у меня не было ванной, туалета, вот этой двери не было, а посреди, вот на этом месте, где сейчас у меня мойка, здесь стоял бурак. Вот. А столик, где стол у меня стоял? Стол стоял, по-моему, у меня возле окна. Ну, у меня не у меня, а у моих родителей, у меня. Вот, а стенки у меня вот этой вот кухонной всей, вот так вот ее не было. Стоял один шкафчик белый, с другой стороны был другой шкафчик, один мамин, один мой, когда я уже выросла. И, ну, вот этот, как он называется, девочки? Шкафчик такой, который ящик, шкафчик, тумбочка, в общем, с дверками. Как это называется? Забыла. Ну, вот там столько было на кухне, всего лишь. Вот. Но потом, когда я переделала это все, я сделала на заказ специально, чтобы у меня закрывала одну стену, закрывала другую стену. Это я уже после того, как я пристроила себе ванную. И у меня уже стало как-то более прилично вот этот вот стол, который стоит посредине. И когда ко мне приходят девчонки или дети, мы всегда на кухне.
Все удобно. Здесь у тебя стол, здесь ты что-то готовишь, газовая плита, мойка, все вот так вокруг тебя крутится, и это очень-очень удобно. Ну, может быть, какое-то празднование это не очень прилично на кухне, но я теперь праздники не отмечаю. Было время, девочки, было, когда мы были молодые. У меня муж, у мужа друг с женой, Таня с мужем. То и вот в этой комнате проходящий, вместо шкафа здесь было, шкаф стоял поперек там возле стенки, здесь было свободно, был, стоял стол раздвижной такой, можно было бы большой раздвинуть, и было окно во двор. Это было до того, как у меня появилась ванная комната. Вот. А потом это окно заделалось, естественно, стенка нужна была пустая, и окна не стало. И не стало, конечно, стола. Вот. Раньше, я говорю, вот я очень любила, когда ко мне приходили гости, когда мы вот так, вот такой вот дружной компанией собирались. Даже бывало так, что в кинотеатре мы делали какие-то такие вот сабантуйчики и скидывались просто складчины. Наверное, все помнят, думают, что это такое у всех бывало. Не знаю, как сейчас это происходит. Но то я бывало предлагала, говорю, ну давайте у меня место есть, собственный дом, посидели за столом, в другой комнате там большой, там потанцевали, и можно на улицу выйти. Ну, я вообще гостеприимный человек была, не знаю, как сейчас. Сейчас, конечно, уже с возрастом этого не очень хочется. Больших компаний, большой уборки потом, потому что когда все разошлись, то уборки хватает чуть ли не до утра. Ну, тогда была молодая, тогда все и было. Ну, в общем-то, начал это видео снимать совершенно о другом. Вот такой вот я человек, у которого мысли бегают туда-сюда. Вот начала об одном говорить, тут что-то вспомнила, зацепилась и пошло-поехало. Вот, так это я к чему? К тому, что уже с возрастом, уже когда и уже и муж появился, то мы в основном были на кухне. В основном на кухне. Там свободно садилось 4 человека, 5-й сбоку. Ну, Алла как-то у нас в этой компании не была. Таня, Люда, девчонки одинокие были. Ну, у них есть мужчины, но они не замужем. Все в разводе. У Тани муж умер. Вот, а они всегда и мы с Васей. Шашлыки какие-то, либо мы в беседке, либо мы просто во дворе. Просто у меня там столик стоит за углом. Он, конечно, уже испортился, но стол есть в этом беседке стоит. Не знаю, как он зиму перенес, конечно. Это стол с бывшей кухни. Вот, поэтому в моей комнате вот так вот про меня говорить, что вот твоя такая-то тахта старомодная, вот такой вот плед у тебя там этот самый какой-то дерьмовый и занюханное постельное белье. Ну, постельное белье у меня могли, я говорю, только вот девчонки могли видеть, когда я лежала в постели. Но постельное белье у меня постоянно менялось, но не то, что каждый день, конечно. Какого черта менять его каждый день? Я что, пахала в шахте, чтобы не лежать грязной? Вот. Всегда был свежий воздух, открывалась всегда форточка. У меня ослабли ноги от лежания 2 недели. И пока ходила ко мне массажистка, массажировала мне спину, мне ноги, пока я набралась сил, набрала свой вес, я, ну, только так, присесть, привстать, остановилась и падала. Вот. Потом это вот все, слава богу, все это вернулось. Я наела свои килограммы и уже стала подниматься.
Ну вот это вот меня просто, понимаете, как-то вот вывело из себя, что я вот, в общем, я не отчитываюсь, девочки, я не отчитываюсь ни перед кем. Просто вчера я почему-то вдруг подумала. Я зашла на YouTube, зашла вот на эту, которая писала, и я заметила сходство между вот этим вот, вот этой каракулями этими, с тем человеком, с которым мы недавно общались, да? Помните, которая минималистка? И в ее вот этот вот входит вот так, как там у нее тоже Г, Б, 2. Здесь же, нет, Г, да, Г, Б, 2, это самое. А здесь есть Г, Б и Б, Б. И вот почему-то у меня какое-то чувство, что это именно этот человек. Вот по письму как-то мне показалось. Вот она тогда вот это разбирала все по косточкам, вот этот такой ковер, такой шкаф, такой, такая тахта, в общем, человек, которого прямо вот вы начали ей писать, что это не ее дело, что чемодан и две кровати – это не лучший вариант, и ей надо было куда-то все-таки излить свою желчь. Вот почему-то мне, я не знаю, я не буду утверждать не буду, потому что я не могу сказать, да, вот это так, но после того, как я вот полежала, подумала, кто же мог вот такое вот писать именно? Я знаю, что мои девчонки писать это не будут. У Тани, у самой тоже такая же тахта и такой же плед на тахте лежит. Ну, другой расцветки, конечно. Они давно появились, да, давно появились, и, но у нас и до сих пор продают такие пледы. У меня, например, есть еще шерстяной, я покупала в магазине такой в клеточку, ну, он такой более колючий. А вот этот мне нравится, я вечером люблю присесть на подушке в уголочек, включить телевизор, протянуть ножки, вытянуть ножки и смотреть телевизор, пока захочется спать, вот. Так что вот такие вот мысли у меня пришли. Много я там с вами наболтала. Вот, решила, что я на несколько минуточек только к вам выйду, потому что надо сходить. Вчера Таня ходила в магазин, который у нас тут, говорит, тебя что-нибудь может купить? Я говорю, да, Таня, я уже столько надолбалась сегодня льда, а у меня вот эта же дорожка, это все текло вчера. Все затекло, все подмерзло, и я хотела с этого самого, с этой плитки все это разбить и убрать, потому что оно стало мокрое, скользкое. И вот я половину это отбила, а там такой возле самой калитки такое толстое-толстое было. Я говорю, прямо этим я боюсь, что и лопату, и вот эту вот долбалку, говорю, я сломаю. Она говорит, у меня есть... чем это разбить. Она пошла, а ей друг сделал такую вещь. В общем, топор на палку насадил. Ну, вот это вот, саму головку. Там все приделал. Он сварщик. Вот. И она раз-раз, и вот эти вот толстые штуки разбила, и все, мы это убрали. Так что у меня теперь уже дорожка. Ну, утром стало сегодня, опять снегу насыпало. Вчера смотрю в окно, на гараже чистенько, снега нету, везде тает, на беседке уже половина стаяла. Утром смотрю, все опять засыпало снегом. И до каких же это пор будет, а? И я сегодня вот собираюсь, и я не знаю даже, что на ноги одеть. Сапоги я купила зимние, а осенние у меня замшевые. Но здесь-то подошва толстая, не нырнешь, потому что снег насыпал еще. И по всей улице вот колея от машин, и там это вот вода. Есть у меня осенние, я когда-то покупала, и они целые стоят, но мне так они... Вот купила, зачем купила? Тоже белвестовские.
Я купила их, но мне они вот, ну, не нравятся, и все, не нравятся. И как-то в них неудобно. Какой-то подошва совсем не такая, не толстая, а тоненькая какая-то. Ступаешь в воду, в замок вода проходит. Короче, а ботинки одеть осенние, как бы еще мокро, как бы еще рано. Короче, не знаю. Ну, а сейчас покупать еще одни сапоги нет возможности. Сейчас у меня в апреле 2 дня рождения, поэтому тут совсем не до покупок у меня. У Мишки и у Кости дни рождения. Вот так вот получается. И каждый месяц что-нибудь надо. Не себе, а кому-то что-то. В мае, по-моему, у меня так проходит это все. Нет, это, да, в мае. А в июне уже надо платить за котел. За котел и и пожарнику. Вот. Начинается вот это каждый месяц почему-то, кроме коммуналки, надо туда, надо туда, надо туда. Ну, а потом у Лены день рождения. В общем, так и живешь, только думай о том, что надо сделать. Так что вот так вот, мои девочки. Кофе мы с вами сегодня пить не пойдем, потому что я сегодня уже выпила кофе, я встала рано. И быстрее включать компьютер. На телефонах у меня нету Валбериса. Я не засоряю этот самый телефон, потому что новый мне нужен для съемки, для этих видео. А в старом там вообще очень мало памяти. И почему-то я сделала себе вот этот Валберис на старом. Но он вроде бы на меня, а вроде бы и не так. Я захожу, отправляю в корзину. В этой корзине нету. В компьютере в корзине нету. Поэтому я взяла, удалила. Думаю, не надо. Включу компьютер, там найду. Вот если вдруг спортится, потом вообще фиг найдешь что-нибудь. Вот. Аришка так моя только в телефоне. Она все там делает. Все. Все умеет сделать. А у меня даже вот видео, которое я загружаю, у меня перестроилось что-то на YouTube. И теперь я вот, допустим, другую фотографию, чем та, которая я не могу. Если хочу другую, мне надо включить компьютер, туда перекинуть, потом туда перекинуть. В общем, такая катавасия. Зачем тут что поменяли в телефоне? И убрали эту строчку, и все. Кому она мешала, чтобы сфотографировать сразу и вставить ее, не знаю. В общем, все, мои дорогие, буду я собираться. Еще немножечко, наверное, полчасика подожду, может быть, там уже пришло. А нет, пойду на рынок, пойду за продуктами. Схожу за продуктами, а там будет видно. Вот. То, что я заказала, то, что я купила, я вам, конечно, обязательно покажу. Потому что, ну, вдруг кому-то это понравится. И ссылочки я вам обязательно оставлю. А то меня кто-то просил, что надо ссылки. Я сначала ответила, что, мол, я же за свои деньги покупаю. И там же меняется цена каждый день буквально. Вот кружку, которую я хотела, она была 16 рублей, а сейчас она 20. А сейчас она 20. Вот и хоти. Короче, я ее уже не хочу. Нет, я ее хочу. Не буду врать. Я ее хочу. Но 20 рублей за кружку – это уж слишком. А тем более, это самое... Ариша говорит, я же на Новый год... У меня была кружка беленькая от Faberlic. Ну и я делала подарки детям, ну и эту кружку, думаю, надо подарить. Мишка там ломает, бьет все подряд. Только Ариша отвернулась на кухне, он тут же стул ставит на стул и тянет все подряд. То разольет, то разобьет. Короче, вот 2 дня назад разбил кружку опять. Нет, ну у них не одна кружка, но когда я им принесла ее, то это Костя говорит: о, какая хорошая кружка, и не маленькая, удобная такая, все. Недолго жила кружка. Ну и я это самое... 3 кружки нашла у себя, которыми я не пользуюсь уже давно. Говорю: на, Риша, приходи, забирай, будет что бить Мишке. Вот.
Тех, которых мне не жалко. Не те, конечно, которые я привозила с Египта или с Турции. Те, как память, и ни в коем случае никому не отдам. А эти покупала сама, поэтому так вот, как-то так. Но надо будет теперь, если буду где-то в фикс-прайсе или в три цены, если буду видеть недорогие, конечно, потому что там тоже уже стали цены 6-9, то прямо надо будет что-то им прикупить опять. Ну вот и все, мои дорогие. На сегодня все. Все, что хотела, всем с вами поделилась. До следующего видео.